Дорогие друзья, встречайте! Кандидат на звание ведущий года премии Wedding Awards in Russia 2019 Олег Колбасюк. Добрый день, уважаемые работники ивент-сферы и представители средств массовой информации! Всем здравствуйте! Боже, как же тяжело работать на трезвую публику. Вся власть в Москве. Народу нужен кандидат из провинции. Многие спрашивают, почему я баллотируюсь в России. Потому что у нас в Беларуси таких выборов нет. Давайте перейдем к вопросам. Да, мужчина, вижу, пожалуйста, ваш вопрос. Журнал креативных свадебных идей «Катафалк». Здравствуйте. Скажите, что делать, если половина свадебных конвертов оказалась пустыми? Хороший вопрос, но выход есть. Пускай молодожены выпускают голубей прямо в банкетном зале. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Следующий вопрос. Представитель Бобруйского ЗАГСа, газета «Соситесь». Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы на свадьбе никто не понял, что свадьба по залету? Да перестаньте собирать деньги только на мальчика. Дайте людям выбор. А? Пожалуйста, кто следующий? Здравствуйте. Журнал для некрасивых подружек, кроме букета, ловить нечего. Подскажите, пожалуйста, как понять, что парень женился не по любви? Да все просто. Если молодожены в первую брачную ночь легли спать валетом. Все. Следующий вопрос. Интернет-издание для тёщ лишь бы окупилось. А что делать, если молодожены заказали мыльные пузыри? Надо просто выключить свет, и пусть люди спят в более комфортной обстановке. Цыганская газета «До свадьбы Нене». Скажите, пожалуйста, чем отличается свадьба в России от свадьбы в Белоруссии? Ну, во-первых, молодой человек в Беларуси, а во-вторых, на свадьбе в России танцует танец отца и невесты, а в Беларуси батьки и сына. Журнал для диджеев «Что-нибудь нормальное». Диджеи часто жалуются, что им мало платят. Вы будете что-то с этим делать? Конечно, буду. Я буду продолжать забивать хер на жалобы диджеев. И пришло время дать торжественную клятву. Внесите свадебный рушник. Я, Колбасюк Олег Александрович, торжественно клянусь и обещаю. Если меня выберут ведущим года, я не буду никогда на свадьбе садить пенсионеров возле колонки. Я обещаю, что на ваших свадьбах больше не будет цыган, даже если это ваши родственники. Я обещаю вернуть всем ведущим деньги за мастер-класс Снегирева. Я обещаю подпевать на свадьбе только при выключенном микрофоне. Я обещаю сборы на мальчика и на девочку проводить с платежным терминалом, чтобы гребанные шутники, а у меня на карточке, больше не выпендривались! И прямо сейчас я хочу попросить вас не расходиться. Для вас праздничный концерт.